«Сила слова». Открытый диалог с известным поэтом состоялся в Минске. Беседовали несколько часов. В основе одно из известных высказываний Маяковского. Действительно ли нужно приравнять перо к штыку? И к чему может привести неумелое обращение со словом? Вместе с автором более 20 лирических книг, лауреатом престижных премий Юрием Кублановским, ответы искали политики, общественные деятели и журналисты. Надо целить сердца, помогать человеку самоопределиться в этом мире, чтобы человек понял, что от его самостояния в этом мире, от его независимости и вместе с тем солидарности и сотрудничестве с современниками, с тем же государством, зависит очень многое. Судьба страны, в частности. Клуб «Открытый диалог» собирается в третий раз. В качестве экспертов всегда известные люди, с которыми интересно обсудить актуальные темы.